Как по-фински будет здравствуйте? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Toivotetaan kaikille hyvää kalaonnea. Что это такое? То есть желаем всем удачи в рыболовке. К сожалению, я это повторить не смогу с первого раза. Как нетрудно догадаться, это Финляндия. Здесь мы только для того, чтобы поставить финальную точку в прошедшем конкурсе видеосюжетов от зрителей, организованном нашей программой и фирмой Normac. По условиям конкурса победитель едет в Финляндию. И вот он здесь, рыболов-спортсмен Александр Дьяченко. Впереди насыщенная программа. А пока предлагаю вашему вниманию сюжет от Александра Дьяченко. Есть? Палку, палку, выше, 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 не надо этого. Наверх пошла. Давай, давай, давай. Палку выше, Дим! Она, я... Надо свечку гасил. Конечно. Все, спокойно, без нервов. Нормально, нормально, все. Там у тебя нормальная плетня, хорошие двойники. Дыши! Дыши! Это сом. Дыши, дыши. Лески много? Крутится? Если надо, крутится, крутится. Ох, 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 ох. Спокойно, спокойно, спокойно. Подматывай, не давай глубину. Вот это вот очень важно. Ничего, 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 ничего. Нормально, 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 нормально. Все, все, все хорошо. Очки. Не надо мне очки. Ну ладно, у меня есть. Просто надо видеть рыбу. А у тебя будут отблески. Ты ее против солнца вываживаешь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Маша! Красавчик, я тихо, скажу. Тихо, красавчик, ты красавчик. Как я играю, вот это все хорошо. А ты нас не сожрешь! Спокойно. Саш, ты стал победителем, по мнению авторитетного жюри. Вот я смотрел этот ролик, у меня единственный вопрос, ты почему все время кричал ему «дыши», когда он вытаскивал щуку? Вот меня только вот это подкупило. Дыши, дыши. Да вообще мне сложно сказать, что мы делали в этот момент, потому что напряжение было очень высокое. Это была первая щука в этот день, первая щука на этом туре. Она нам была очень нужна, чтобы занять, так сказать, достойное место на соревнованиях. Минуточку, ты пояснил, на каких соревнованиях, потому что не ясно. Про Англиш Лиг, это второй этап про Англиш Лиг. Да, профессиональная лига рыболов. Рыболов, да. Да. Ну, вы, собственно говоря, ваша передача делала, да, много репортажей, да, с наших соревнований. Вот, поэтому сейчас сказать, почему я что-то делал, не могу действительно. Но наши действия мы и, так сказать, другие спортсмены рыболовы оценили, мне кажется, на отлично. Щука весом там в 7 с лишним килограмм, 7 килограммов, была за 3 минуты упакована в садок. Вот, достаточно сложном участке. Сачок. Но очень жалко, что Ильи нет здесь, потому что по ряду объективных причин. Потому что он, наверное, объяснил бы, дышал он или не дышал когда. Потому что, может, он забывает дышать, когда рыбу тащит, и ты говоришь, дыши, дыши, чтобы вытащить ее. Может быть. Но прежде чем приступить к рыбалке, экскурсия на завод Рапала. Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь на фирму Рапала, это белые грибы у парковки. Как это ни странно, но финны грибы не собирают. Зато делают прекрасные рыболовные приманки. В 1936 году Лаури Рапала изобрел воблер. И теперь фирма его имени – лидер мирового производства таких приманок. У входа нас встретил директор завода Арни Ньютрен. Он же и провел экскурсию. Пустячок, а приятно. Бальса из Эквадора. Это будущие воблеры. Механизация производства поразительная. Без знания тонкостей технологического процесса трудно комментировать происходящее. Проще быть наблюдателем. Вот сейчас воблеры. Это одеваются специальные танцевички, затем они будут покрашены. Но это настолько секретная операция, что запрещено снимать и даже смотреть в ту сторону. Поэтому я стою спиной в покрасочной камере. Насчет секретности – это, конечно, шутка.
Теперь я могу в свободное от работы время подрабатывать на заводе «Раппола». Ученические курсы я прошел. Масштабы производства поражают воображение. Везде воблеры, воблеры и еще раз воблеры. В соседнем здании разрабатывают новые модели приманок с помощью компьютерного моделирования. И здесь же, буквально за стеной, в ванной, испытывают прототипы будущих бестселлеров. Вот здесь около ванны, в которой тестируются воблеры «Раппола», мы видим вот эти вот удочки маленькие, да, и сами воблеры, в которых стоят застежки, при том, в некотором случае, достаточно крупные. Мне кажется, может быть, это из-за того, чтобы быстрее одевать воблеры, потому что им приходится целый день стоять и тестировать воблеры. Не думаю, видимо, все-таки они протестированы с использованием застежек, и это важно. Да, значит, они на игру не влияют. Да. Правильно. Вот такой сувенир я получил в компании «Раппола». Замечательный. Еще. Чуть не забыл, к нему полагается крючок. Подарок пришлось оставить до лучших времен. Тяжеловат будет. После посещения фабрики мы отправились еще в одно знаковое место для финских, да что для финских, для всех рыболовов мира. К памятнику рыболову Лаури Раппола. Ему удалось сделать эпохальное изобретение. Он изобрел воблер. Мы решили придумать новую традицию. Вот подержаться за хвост этой семги, которую держит великий рыболов Лаури Раппола. Он в следующий раз приедет, весь хвост будет вытянут. Пора верить. Обязательная программа пройдена. Впереди рыбалка. Два катера с колоритными гидами ждали нас у причала. Оставив разговоры на потом, после короткого знакомства, газ до отказа и спиннинги к бою. Большой любитель финской природы. Мне нравится вот эта природа, это сочетание воды, скал, там ели, сосны, березы, камыши. Ну, просто прекрасно. Это, думаю, такая мечта на пенсии здесь жить и ловить рыбу. Вот. Еще особенность этого водоема в том, что все-таки это не озеро. Да? Надо помнить о том, что это часть Финского залива. Здесь очень крупный архипелаг. Ну, южная побережье Финляндии, это вообще тысячи, там, может, десятки тысяч островов. Вот. И из-за того, что вода, она не такая соленая, да, как мы привыкли в южных морях, вот здесь мы ловим щуку. Финские щуки быстро находили наши приманки в воде и атаковали их. Правда, размеры щук оставляли желать лучшего. Плавающий воблер. Фирма «Раппола», модель «Jointed». Самая крупная приманка в этой серии. Вот для таких мест, в котором мы сейчас находимся, здесь глубина приблизительно 1-2 метра. Мы забрасываем приманку воблер вплотную к камышу и начинаем медленно, равномерной проводкой его вести. Но обычно где-то первые 5-7 метров проводки дают результат, а дальше можно просто выматывать воблер до лодки, нет смысла его доводить, поскольку весь хищник сосредоточен практически в тростнике, и вот он выходит оттуда за приманкой. Но в основном мы обследовали глубины 1-1.5 метра, ну максимум это 2. Вот. Но что поразило, это они рекомендовали использовать именно крупные приманки. Да, меня тоже это поразило. Мы привыкли работать более мелкими приманками, даже по очень крупной щуке. Да, здесь это размеры 20-25, а то и 30 сантиметров. Ну вот такая финская щучка. Хотя, может быть, было не поймано крупных рыб в большом количестве. Тем не менее, что-то мы поймали,
рыбалка состоялась, удовольствие получили, а еще все-таки непередаваемая красота финской природы. Да. Это был отдых, да, то есть когда ты можешь спокойно в лодке присесть и просто полюбоваться, как ловят другие, это тоже было приятно. Я думаю, что ты сидишь и смотришь, как я закидываю, а ты просто любовался. Мне приятно, что ты... Да. Очень приятно. Да. Say them hello. На кряканье, как ни странно, отозвалась щука. Вот такое совпадение. Там такая... О, да. Просто спасибо. Кормина на тегила. Шира. Условиях она запросто может жить где-нибудь рядышком с тростником и скалами, да, вот выход скальника на воду. Не, ну отвесный скальник, да, у меня была поклевка, я вдоль проводку делал, у меня была хорошая поклевка. Да. Вот. А так вот по траве, мне кажется, одна мелкота вот клюет вот это вот, все. Нет, может клюнуть и крупно. После планового чаепития на берегу гиды объявили, что в данном месте живут большие щуки. Моя приманка изображает тухлую рыбку, которая пролежала на дне не менее 5 дней. Но вдруг она жила и плавает. Щука думает, почему это происходит, и проверяет. Пока я фантазировал на тему приманки, на соседней лодке Андрей Донсков взял хорошую щуку. Вот это крокодил. Кто счастливчик? Проснулась. Не было какого-то сильного удара, просто как обычно. Предсказания гидов оказались верными. Хотя за долгие годы работы они всех щук здесь в лицо знают и, очевидно, умеют с ними договариваться. Как это ни прискорбно, осенний день слишком короток. Пора возвращаться. Вообще рыбалка – это отличное мужское хобби, я считаю. Это... Да. Для души, и для отдыха, и вообще потом восстанавливаешься, подышишь этим свежим воздухом, теперь можно немножко легкий прочистил, можно в нашу отравленную Москву возвращаться. Да, можно опять нырять в этот... Да, в мегаполис.